Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами разберем фликера. То есть это того персонажа, который наносит урон с помощью умения «Внезапный удар». И реализация этого геймплея будет вам продемонстрирована, используя дуэлянта Рубаку. Не сказать, что в патче 3.7.0 очень сильно апнули фликеров, но все же ими теперь играть тоже можно. Но что касается непосредственно легиона, то им тоже можно этот легион классно, а самое главное, быстро чистить. Как говорится, один раз прожал и улетел. Да, улететь можно и в другую сторону, но все же. Что касается фарма легиона, то перед некоторыми битвами надо еще как-никак и подготовить почву. Но в принципе это не важно, это все дело приходит с опытом. В любом случае, если вас такой быстрый геймплей интересует, то давайте разберемся и с билдом, и с экипировкой. Поехали! Итак, перво-наперво нам нужен такой меч, как Terminus Est. Он неплохо будет помогать повышать наш урон, повышать шанс критического удара, а также даровать нам заряды ярости, когда мы будем непосредственно критовать. И вот эти вот заряды ярости при крите, они очень полезны как раз таки для умения «Внезапный удар». Ну и для данного геймплея это прям идеальный меч. И это уже в зависимости от типа брони, которую вы будете использовать, вы этот меч можете брать шестилинковый, можете брать вообще не шестилинковый. Но об этом чуть позже. Что касается головы, то мы надеваем шлем «Бездна». Он тоже будет неплохо поднимать наш физический урон, а также повысит еще и множество критического удара. Но за это дело мы будем платить цену в виде получения дополнительного физического урона. И тут, дорогие друзья, в принципе, возможно два варианта. Первый вариант — это чтобы как-то этот физический урон дополнительно нивелировать, то есть уменьшать, мы можем взять такую броню, как электрошок. Потому что она, часть получаемого физического урона, будет переводить в урон от молний. А в этой броне вы можете реализовывать любые связки. Или ту же связку на внезапный удар, или же какую-нибудь любую другую связку, предположим, какой-то тем. Ну или вариант, который я показываю в данном ролике, то есть использовать броню сердца Каома. В этой броне нет сокетов, но зато она неплохо поднимает показатель нашего здоровья. Но в этой ситуации сами понимаете, что тогда в нашей руке должен быть шестилинковый меч. Так что, дорогие друзья, смотрите по ситуации. Или броня электрошок, чтобы не так сильно чувствовать этот физический урон. Ну или же для увеличения запаса здоровья наше сердце Каома. Далее у нас будет использоваться амулет сердца бойни. Амулет будет повышать наши характеристики, а также мы, когда будем наносить физический урон, будем себя и выхиливать. И во время похищения мы как раз таки будем еще и повышать свой урон. Далее нам пригодится личинка сущности. Это уникальное кольцо, которое будет добавлять 2 единицы к размещенным аурам. И эти ауры не требуют резервации маны. Ну и последний уникальный предмет — это пояс отрыжка. Пояс поднимет наш урон, показатель здоровья, а также мы себя еще будем тоже с помощью этого пояса выхиливать. Кроме того, благодаря этому поясу мы еще будем наносить дополнительный урон от хаоса. Но остается в моем случае у меня 3 предмета. Это одно кольцо, далее перчатки, ну и ботинки, и они, как видите, у меня желтые. Ну и на этих предметах вы должны добирать как раз-таки все то, чего вам не хватает. Это мало ли что, какие-то характеристики, безусловно, показатель здоровья повышаете, чтобы они были как можно больше у вас. Ну и сопротивление ко всем стихиям тоже будут приветствоваться. Теперь давайте разберем наши связки, и наша главная связка находится у нас в мече. Это шестилинк. Атакующий наш флагман — это умение «Внезапный удар», но остальные камни его бафуют. Камни следующие — это физический урон ближнего боя, дальше урон при полном здоровье, затем раскатистый удар, потом град ударов, и последний камень — это учащение критических ударов. В нашем кольце личинка сущности находится аура «Гордость», которая будет повышать наш урон физический. Далее связка располагается у нас в нашем головном уборе, и она будет отвечать за перемещение. Наше главное умение — это наскок, далее идут укрепления, но также ускорение атак. Обособленный у меня тут четвертый камень — это кровавый угар. Под действием этого умения мы будем себя выхиливать. Но также, когда мы будем убивать противников с небольшой вероятностью, мы будем получать заряды ярости, которые опять-таки очень нужны для нашего умения «Внезапный удар». Почему, я расскажу немножко позже. Следующая связка располагается у нас в наших ботинках. И тут камни следующие. Это богохульство, которое будет запускать нашу метку убийцы, это проклятие. И это проклятие будет работать в виде ауры. Для того, чтобы это проклятие резервировало меньше маны, мы используем наставника. Чем выше наставник будет, тем лучше. Ну и последний камень — это вестник чистоты. Это тоже по сути аура, и это же баф умения, который тоже будет повышать наш урон. И вестник чистоты тоже благодаря наставнику будет резервировать меньше маны. Ну и последняя связка располагается у нас в наших перчатках. Камни следующие. Это сотворение чар при получении урона 20 уровня, который будет запускать следующие скиллы. Это призыв голема льда, то есть этот голем будет повышать наш шанс критического удара. Ну а также тут присутствует умение стальная кожа. Что касается стальной кожи, то в принципе ее можете и не линковать, а для того, чтобы ее прожимать с руки. Тут уже смотрите по ситуации. Потому что как раз таки такие ситуации могут получиться, что вы просто получите урон, и этот урон будет летальный.
Так что, если уверены, что вы будете выживать, можете линковать, чтобы это умение запускалось автоматически. Если не уверены, лучше прожимайте его с руки. Чтобы как раз-таки перед опасным ударом вы с помощью этой странной кожи могли какой-никакой, но урон поглотить. Из флаконов мы используем один флакон жизни, дальше львиный рев, затем обещание Адзири, потом алмазный флакон, ну и базальтовый флакон. Что касается квеста за бандитами, то мы помогаем Алире, для того, чтобы повысить наше сопротивление к всем стихиям, а также повысить множители критического урона. Ну а по пантеону сверху мы выбираем душу Лунарис, ну а снизу душу Гарухан. И это все, что касается нашей экипировки, а теперь давайте разберемся с нашим деревом пассивных навыков. Изначально разберем пассив его осуждения. Итак, как только мы проходим наш первый лабиринт, то мы нашего дуэлянта превращаем в рубаку и идем в сторону пассивки Палач. После второго лабиринта мы забираем Грозу Легенд. После третьего лабиринта мы забираем Вечный Голод. Ну и после последнего убер лабиринта мы берем Жестокое Рвение. Это вот были наши пассивки восхождения, а теперь давайте посмотрим на наше полное дерево пассивных скиллов. А вот, собственно говоря, и оно. И напоминаю, что ссылка на это дерево будет располагаться в описании под роликом. Так что переходите и более подробно с ним, при необходимости, сможете разобраться. Что касается главных аспектов, то мы наносим урон в ближнем бою, это же урон физический, это же урон с двуручным оружием в руках, мечами, естественно, а также этот критический урон, то есть мы в этом геймплее будем критовать. Поэтому по этому дереву мы берем все, что поднимает эти наши показатели. В принципе, что касается этого дерева, то оно стандартное для любых милишников, но, во всяком случае, в текущих реалиях, в патче 3.7.0. То есть тут в левой части дерева мы повышаем свой урон мечами, двуручными оружиями, но также криты поднимаем. В центральной части дерева мы тоже повышаем свой урон. Ну а также в правой его части мы тоже повышаем свой урон от мечей, ну и добавляем себе немного критов. Также мы можем себе повысить урон с помощью зарядов ярости. То есть мы тут еще на дереве забираем пару зарядов. Но все остальные пассивки на этом дереве, они направлены на то, чтобы обеспечить нашу выживаемость. За счет, естественно, увеличения запаса нашего здоровья. И везде, где мы можем, но во всяком случае в ближайших точках, мы это здоровье подбираем. Также я взял пассивочку соглашение с Вал, для того, чтобы, скажем так, наш процесс выхиливания был более эффективным. Но тогда, дорогие друзья, у нас теряется реген. Но, скажу честно, для данного геймплея реген особо не нужен, если вы только не бегаете лабы. Что касается самоцветов, то берите такие самоцветы, которые будут повышать ваш урон в ближнем бою, урон с двуручными оружиями, урон от мечей. Если что, приветствуется безусловное увеличение здоровья, что плоского значения, что процентного значения. Ну или на ходу конец можете подбирать сопротивление ко всем стихиям. Ну или к определенной стихии, с которой у вас проблемы. Вот, в принципе, дорогие друзья, и все, что касается данного дерева. И напоминаю, что ссылка на него будет находиться в описании под роликом. Так что переходите, ну и ознакомьтесь. А теперь мы давайте ознакомимся с геймплеем, который я вам продемонстрирую на карте 16 уровня. Ну что ж, дорогие друзья, как только мы попадаем на карту, мы начинаем перемещаться с помощью умения Наскок. Как только видим противников, прожимаем наше умение Кровавый Угар. Напоминаю, что под действием этого скилла мы будем себя ухиливать, а также при убийстве противников мы сможем получать заряды ярости. И как только этих противников видим, сразу к ним применяем наше умение Внезапный Удар. Тем самым всю эту группу противников мы будем очень-очень быстро начинать убивать. Ну и в основном, конечно же, мы будем наносить критические удары. Ну и когда мы будем критовать, мы тоже будем получать заряды ярости, благодаря уже нашему мечу. Само по себе умение Внезапный Удар требует времени отката. И вот как раз-таки, чтобы этого времени отката не ждать, нам нужны эти заряды ярости. Потому что они мало того, что и повышают наш урон, так они к тому же помогают нашему умению Внезапный Удар запускаться без отката. Но при этом требуется один заряд ярости. Но это не проблема, потому что как только мы противников нашли, мы опять-таки их атакуем, опять-таки их убиваем и опять-таки получаем заряды ярости. То есть с зарядами у нас проблем никаких не будет. То есть, другими словами, мы постоянно прыгаем по карте с помощью умения Наскок, ну и всех противников, желательно, чтобы их было как можно больше, атакуем Внезапным Ударом. Ну а далее или продвигаемся вперед, ну или продвигаемся назад, для того, чтобы никак собрать лут, потому что этот персонаж может пролететь в некоторых случаях чуть ли не полкарты, при этом за собой оставив немаленькое количество лута. Если что, для усиления урона можете использовать еще и ваши флаконы, потому что касается пробежки по картам, другие вам в принципе будут и не нужны. Мобы по сути будут не успевать вас ударять, вы будете просто ваншотать. Ну и хила в принципе тоже вам практически не потребуется, так как вы опять-таки сами себя будете выхиливать, что с помощью всей вашей экипировки, что с помощью вашего проклятия. Но на боссах будьте предельно осторожны, потому что, напоминаю, мы используем шлем Бездна. Ну и в этом ролике я вам как раз таки демонстрирую битву с Минотавром. Но этот босс наносит довольно-таки неплохой физический урон. Ну и вы тут сами можете видеть, как этот персонаж может отгребать. Так что, если что, в некоторых ситуациях лучше от атак этого босса уходить в сторону. Но это как пример, а не строгий призыв к действию. Вот такой вот, дорогие друзья, геймплей.
Что вы о нем думаете, пишите в комментариях под роликом. А я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр и желаю удачи в фарминг-гейма. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!